Путешествие в Соединенные Штаты начинается с получения визы. Вам потребуется заполнить документы и явиться на собеседование. В принципе, если раньше за границей человек не был, но в России остаются дети, ну и семья, то визу дадут без проблем. Маккинли – сложная вершина с частыми буранами, морозами даже в благоприятные дни под минус 40 и коварными ледяными расселинами. Однако уровень подготовки к восхождению исключительно на совести альпиниста. Когда я пытались мы пересекать Гренландию, там наш уровень подготовки, наше снаряжение проверяла полиция. То есть, если что-то не так, они просто не разрешают выйти на маршрут. Здесь я тоже думал, что нас будут проверять рейнджеры, но они просто спросили на слово. То есть, те смотрели конкретно снаряжение, там в Гренландии полиция, сколько у нас еды, какой еды, сколько запас топлива, все руками щупали. А здесь мы подошли, они спросили, с какое у вас снаряжение, что вы умеете делать, куда ходили, сколько у вас, на сколько дней продуктов, и рассказали про особенности маршрута. Про альпинистский опыт путешественники описывают в анкете заранее, еще находясь в Перми. По ней принимается решение, разрешить или нет восхождение. После этого желающие взойти на Маккинли платят взнос $350 с человека. Эти деньги не возвращаются, даже если ты не сможешь поехать по объективной причине, и не переносятся на другой год, и не передаются на другое лицо. То есть все, если ты решил туда идти, $350 списали. А вот документов о восхождении никаких не выдают. Сертификата покорения Маккинли на стенку не повесить. Выход один – подробно все фиксировать на фото и видео, как память и доказательство альпинистских подвигов.